А сколько существует слов? И кто их все придумал? Запутавшиеся люди. Она качает головой и указывает на часовню. Вот эти там, и они его там поймали, шепчет она. Он не может выйти, а ему хочется. Но они пригвоздили его к кресту. Кто же? Священники. Они крепко его держат. И они убили бы его, как убивали бесчисленное множество людей во имя его, во имя справедливости и любви к ближнему.